Привет, ребята, Текатон тут. И сегодня мы будем открывать посылку, которую я сегодня получил. Я по-русски никогда не делаю мои видео, но решил попробовать в первый раз. Давайте впрыгнем в коробку и посмотрим, что внутри. Значит, коробка пришла, и это Atel Robotics компания. Я еще коробку не открывал, так что давайте впрыгнем в коробку и посмотрим, что в коробке есть. Значит, это Atel Evo 6K Pro. И давайте посмотрим, что приходит с этой бандл. Значит, сначала вторая батарейка приходит. И эта батарейка 7100 мА. И это дает где-то 45 минут на одной батарейке летать. Потом приходит чарджер, как всегда. Эта штучка для SD-карточек. Ты можете ставить ваши карточки вот сюда, чтобы не потерять. А потом отдельные еще пропеллеры 4. Разные кабели для айфонов, для самсунгов, USB-C, USB-A и Lightning. А потом инструкция и салфеточка. И отдельный провод. Потом, конечно, приходит ремоут-контроль. Он сильно поменялся с первого контроллера. Есть кнопка, чтобы взлететь. Есть кнопка, чтобы включить. Пауза. И чтобы вернуть домой. Тут кнопка, чтобы снимать видео и снимать фотки. И потом самое главное. Это Atel Evo 6K. И это 1-инч сенсор в этой камере. Значит, смотрите, сколько есть разных камер вокруг. Раз, два. Сбоку есть две камеры. Наверху есть две камеры. Внизу есть две камеры. И это все камеры, это сенсоры. Чтоб она никуда не влетела. Ни в какие деревья, ни в какие стены. И самое, наверное, хороший дрон сейчас, который есть, можно купить. Значит, потом вы можете снять вот эту. И внизу есть еще компартменты, чтобы разные вещи туда класть. Значит, вот эта вся бандл стоила примерно $2000. Обычный дрон стоит где-то 1600. Спасибо, что вы включили это видео, посмотрели. Если вам понравилось это видео, дайте мне лайк, subscribe. И если я получу хорошие комменты про видео и много вас будут смотреть это видео, я попробую мои все видео следующие делать на русском языке и на английском. Значит, спасибо и увидимся в следующий раз.